Мы вот-вот начнем новости будущего. В прошедшем времени наши программы, новости всех времен. Со мной, телевизионной журналисткой из Киева, Алевтиной Кахадзе. Новость первая и единственная. Новости будущего, настоящего и прошлого, программы новостей всех времен завтра уже выходить не будут. Нашу программу не закрывают, потому что я тут наговорила что-то не так, цензуры не было. Наша программа была запланирована на время 6-й Московской биеннале современного искусства, кстати, самой короткой. Я просто вычитала тут, в тексте, если мы, художники, хотим протестировать иное пространство искусства. Биеннале дает такую возможность для этого. Я испробовала пространство ТВ. Кстати, такой воротник украли. Возможно, кто-то другой будет тестировать это иное пространство ТВ в моем воротнике. Я нормально, на пользу близким. И фамилия моя снова будет Кахидзе. Две буквы в ней были изменены на время биеннале, чтобы быть в Москве Кахадзе, от слова «кахаты», с украинского «любить». До встречи в реальности.